Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил с юбилеем Наталью Володину, заместителя директора по связям с общественностью Республиканского центра восстановительной медицины и реабилитации Минздравсоцразвития Чувашии, советника главы Чувашской республики. Михаил Игнатьев отметил большой вклад Натальи Ивановны в развитие информационного пространства в республике. В свое время Наталья Володина возглавляла Министерство печати и средств массовой информации, государственную телерадиокомпанию «Чувашия», администрацию президента республики. Под ее руководством разрабатывалась и внедрялась концепция портала органов государственной власти КАП.РУ, проект электронного правительства. С легкой руки Натальи Володиной в Чувашии открыто и успешно действуют около 10 СМИ. По ее проекту реализован медицинский портал «Здоровая Чувашия» – единая точка входа на всю медицинскую отрасль республики. Указом главы Чувашской республики за многолетний плодотворный труд Наталья Володина награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской республикой».